Это самое сложное моменты. Вы режиссера не видели? Вы режиссера не видели? А вы режиссера не видели? Иди отсюда, у нас репетиция! Вы вообще живы? А? Проезжал вот мимо. Дай, думаю, загляну. История театра начинается непосредственно, была связана с историей металлургического завода. Здесь был господин Пастухов, первый фабрикант, он организовал, были передовая интеллигенция, рабочие. Ладно, зайду в другой раз. До свидания. Для меня он как успокоение, спокойствие дает большое. Отвлекаюсь от болезней своих, от работы даже иной раз. Потому что работа мне, вот это сутки, когда не спишь, приходишь домой поспать, а какой спать, если надо поесть успеть. И тут же собраться и идти во дворец культуры снова. А мне с Грыса вот 12 километров до города пешком.